Зампред правительства Александр Царегородцев мог заразиться коронавирусом, об этом сообщает Ньюслер. Сам Александр Геннадьевич информацию порталу не подтвердил, сообщил лишь, что находится в больнице. Теперь официальные данные – количество заболевших коронавирусом в регионе за сутки превысило число выздоровевших. Выявлено 57 новых случаев заражения COVID-19 с симптомами заболевания. В инфекционных госпиталях под круглосуточным наблюдением находятся 818 человек с пневмонией, 26 пациентов в отделении реанимации и интенсивной терапии. За сутки из больниц выписаны 55 человек. Общее количество излечившихся от коронавируса в Кировской области – 2912 человек.